пришли в гостиницу Астера, четверка. Очень обширный большой холл. Есть эскалатор. Ресепшн. Здесь два ресторана, лобби-бар, бар у бассейна, витаминный бар. И ночной клуб вход для гостей бесплатно. Так, а стандарт. Это у нас какой номер? Стандарт. Ну да, здесь там еще. А тут был спикер. Первый делюкс, а это обычный набор. Да, пылесос. Ну, пылесосы есть. Не, ну как начал загреметь, я думал, что аккумулятор взорвался. А так похоже, да. Это какой номер? Стандарты у нас? Да. Это достаточно недорогая гостиница. Рядом пешеходная улица, много развлечений. Рядом отель «Сентява» и «Варшава». Работает на ультра, все включено. Бесплатная парная, сауна, Wi-Fi, анимация. Лобби-бар впереди перед нами, ресепшн. Номер стандарт в гостинице «Атлас». А еще что мы смотрим? Очень хорошо. Выходим на террасу. О, какая большая. Потрясающе. На территорию. Номер. Это зона возле ресепшена развлекательная. Лобби-бар. Интернет в лобби-баре бесплатный. Это территория, снизу торговые ряды, здесь еще открытая небольшая терраса, это у нас зона бассейна. Небольшой отельчик, маленькая территория, рядом есть какой-то аквапарк какого-то отеля. Thank you.
вечером посмотрим, что здесь можно сделать. Море очень-очень близко. Спуститься единственное по ступенькам. Ступеньки раз и ступеньки два до дороги. Нас снова переселили. Теперь мы живем в отеле Palm Beach. Это наш номер. Номер большой. Небольшая прихожая, шкаф. Шкаф, конечно, небольшой, особенно по сравнению с планетой. Так выглядит наш номер. Кровать большая. Есть мини-бар. Мини-бар платный. Все стоимости указаны. Телевизор, туалетный столик. И дополнительная раскладывающаяся кровать. Вид у нас на бассейн и частично на море. Решила показать вам, что вкусного дают нам в отеле Palm Beach. Супчики, овощи. Салаты. Такие бутербродики. Все это, кстати, очень вкусно. Есть приправы, масла, кетчупа. Вкусняшки уже подразобрали, но все очень вкусно. Фрукты. Вышли в бассейн отеля Prestige Aquapark. Очень хорошая небольшая территория, здесь 150 метров от пляжа. Вниз от отеля Адмирал, Wi-Fi здесь везде. Ловят лежаки и зонтики возле бассейна бесплатно. Закрытый бассейн, фитнес и сауна бесплатно. Зашли в отель Prestige Aquapark «Золотые пески». Небольшие горочки, детские маленькие горочки, площадка. Территория, в принципе, небольшая. Все, что вы видите, это есть территория и паркинг перед отелем. Зонтиков, лежаков, шезлонгов, в принципе, достаточно. Два балкона. Мы уходим на отель. Это мы смотрим номер. Вот оно в зеркале здесь. А, это второй. Ну да, достойный. Принадлежности, фен, телефон. Это номер апартамента, здесь два санузла, один с ванной комнатой. Вполне. Здесь балкон на аквапарк и на море. Вот балкон прям был крутой. Такая комната с кухонным уголком. Для бесплатно. Да,
Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах.